Столько жили в обороне, что уже с передовой сами шли, бывало, кони, как в селе на водопой. И на весь тут лес обжитый, и на весь передний край у землянок домовитый раздавался пёсий лай. И прижившийся на диво петушок, была пора, по утрам будил комдива, как хозяина двора. И во славу зимних будин в бане, пару не жалей, секлись вениками люди, вязки собственной своей. На войне, как на привале, отдыхали про запас, жили, терки начитали, на досуге. Вдруг приказ, конец стоянки, и уж где-то далеки опустевшие землянки, сиротливые дымки. И уже обыкновенно то, что минул целый год, точно день. Вот так, наверное, и война, и все пройдет. И солдат мой посидел, и коль останется живой, вспомнит. То-то было дело, как сражались под Москвой. И с печалью горделивой он начнет в кругу внучат свой рассказ неторопливый, если слушать захотят. Трудно знать, со стариками не всегда мы так добры. Там посмотрим, а покамест далеко до той поры. Бой в разгаре, дымкой синий серый снег заволокло. И в цепи идет Василий, под огнем идет в село. И до отчего порога, до родимого села, через то село дорога не иначе пролегла. Что поделаешь, иному и еще кружнее путь. И идет иной до дому, то ли степью незнакомой, то ли горами где-нибудь. Низко смерть над шапкой свищет, хоть кого согнет в дугу. Цепь идет, как будто ищет что-то в поле на снегу. И бойцам, что помоложе, что впервые так идут, в этот час всего дороже знать одно, что Теркин тут. Хорошо, хотя ознобцам пронимает под огнем, не последним самым хлопцам показать себя при нем. Толку нет, что вмиг тоскливый, как снаряд берет разбег, Теркин также ждет разрыва, камнем кинувшись на снег. Что над страхом меньше власти у того в бою подчас, кто судьбу свою и счастье испытал уже не раз. Что, быть может, эта сила, уцелевшим из огня, человека выносила до сегодняшнего дня. До вот этой борозденки, где лежит, вобрав живот, он, обшитый кожей тонкой, человек, лежит и ждет. Где-то там, за полем бранным, думу думает свою. Тот, по чьим часам карманам, все часы идут в бою. И за всей вокруг пальбою, с разрывами в дыму, он следит, владыка боя, и решает, что к чему. Где-то там, в песчаной круче, в блиндаже сухом, сыпучем, глядя в карту, генерал те часы свои достал. Хлопнул крышкой, точно дверкой, поднял шапку, вытер пот. И дождался, слышит Теркин, «Взвод! За Родину! Вперед!» И хотя слова он эти, клич у смерти на краю, сотни раз читал в газете и не раз слыхал в бою. В душу вновь они вступали с одинаковой той властью, правдой и печали, сладкой горечи святой, с той силой неизменной, что людей в огонь ведет, что за все ответ священный на себя уже берет. «Взвод! За Родину! Вперед!» Лейтенант щеголеватый, конник, спешенный в боях, по-мальчишески усатый, весельчак, плясун, казак. Первым встал, стреляя сходу, побежал вперед со взводом, обходя село с задов, и пролег уже далеко след его в снегу глубоком, дальше всех в цепи следов. Вот уже у крайней хаты поднял он ладоньку сам. «Молодцы! Вперед, ребята!» — крикнул так молодцевато, словно был Чапаев сам. Только вдруг вперед подался, оступился на бегу, четкий след его прервался на снегу. И нырнул он в снег, как в воду, как мальчонка с лодки. Вир! И пошло в цепи по взводу. «Ранен! Ранен, командир!» Подбежали, и тогда-то с тем и будет не забыт. Он пристал. «Вперед, ребята! Я не ранен, я убит». Край села, сады, задворки в двух шагах, в руках вот-вот. И увидел, понял Теркин, что вести его черед. Взвод за Родину вперед! И доверчиво по знаку за товарищем спеша с места бросились в атаку 40 душ, одна душа. Если есть в бою удача, то в исходе все подряд с похвалой весьма горячей друг о друге говорят. Танки действовали славно, шли саперы молодцом. Артиллерия подавно не ударит в грязь лицом. А пехота, как по нотам, шла пехота. Ну да что там, авиация и та, словом, просто красота.
И бывает так, не скроем, что успех глаза слепит. Столько сыщется героев, что, глядишь, один забыт. Но для точности примерной, для порядка генерал, кто в село ворвался первым, знать на месте пожелал. Доложили, как обычно, мол, какой-то взял село, но не мог явиться лично, так как ранен тяжело. И тогда из всех фамилий, всех сегодняшних имен, Теркин вырвалось, Василий. Это был, конечно, он.